Хей, hey, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Bloodstained. Bloodstained, Bloodstained, Bloodstained. Короче, карты у нас открыты только 65%. Это довольно мало, и мы почти играем 10 часов в игру. Так, что мы получили? В прошлой серии, если я не ошибаюсь, мы получили... возможность... плавать... под водой. Ну, на в плане не плавать, а именно ходить под водой. Have you learned it? Here's what I've turned up on the monsters. Ясненько, ладно. Ну, я сразу схожу за этим. То, что там челик готовил. Блин, я не понимаю, как мне попасть. А, слушайте. Одну вещь узнал. А, ясно. Как попасть в ту херовину, куда не мог залезть? На корабле. Для этого нам нужно... Подождите, какие у меня еще способности есть? Чё-то давно не играл. Чё-то я давно не играл. Ладно, нет, потом туда пойдем. Давайте воду. Я не помню, где тут вода. Начинается, кажется, здесь. Да, давайте отсюда я пробегусь по-быстрому. Туда пробежимся. Пособираем все сундуки, что у нас там валяются. Так, ладно. Блин, только я вот не знаю, что дальше делать. Ой, как бесит. Ну почему ты застряешь внутри? Открывай, давай. Ну, о, хлыст пламенем. В принципе, если его продавать, он нормально выходит. Отлично. Я просто в RoboCats переиграл, блядь, теперь мне кажется, я могу делать дэш, но он делать дэш не может. Ну ладно. Так, по идее, я теперь могу тонуть. Ух ты ж, ё-моё, ладно. Осколки. Позволяет вам плыть, заплывая в воду, выбирая направление под водой, не расходуя ману. Ага. Дело соглашение скорости с амфибием. Под водой. Сказать, что я так быстро бегаю под водой, не сказал бы. Ладно, давайте лучше мастерство меча возьму. Серьезно? Охренеть. Я знаю, что я сделаю. Я что, на друга похож? Конечно ж нет. Делаем так. Врагов убили. А вот теперь можно ставить осколки погружения. Но она очень медленно ходит под водой. Осколки. Отражающего луч. Тонус, ну больше ничего нет, поэтому рот закрой. Пояс. Я не увидел то, что Томас из-за тебя, блядь, что я подобрал там. Подожди, инвентарь. Ну-ка. Целесты, точно, у меня же еще ключ есть. Книга на несемый белый ход увеличит на осколки. Направляющий, да? Опять снаряжение. Кошачьи ушки.
Очаровательный аксессуар, дающий владельцу кошачьи уши. Полезно. Пояс странника. Пояс способен выдержать резкие движения, улучшать скольжение. А, ну-ка. Вот, походу, да, под водой хера я это узнаю. Ладно. Не, ну это замедляет очень сильно процесс. Мастер, ничего. Скорость амфибия. Ну, хотя бы ладно, давайте так. Хорошо, синий сундук. Пожаренная рыбка. Изи. Да, то, что она типа очень медленная стала, это жопа. Да, она очень медленная. Очень медленная. С потоком воды хотя бы резко передвигаюсь. Но мне просто не хочется постоянно переключаться. Так, красное платина, красное дерево. Так, стоять, 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 стоять. Ладно, плевать. Ну, что, новенькое? Нет, то же самое. Как карту включить? М. Т. Так, это я сейчас здесь, да? Ну, сейчас заберем эти сундуки. Тут еще какой-то есть проход. Давайте я сейчас за сундуками сбегаю. Вот этими двумя. Потом пойдем туда, где проход. Окей. О, можно сейчас попробовать этот пояс. Пояс амфибии. Против колющих. Как слово мудрости. Повышает урон дубин и двуручник. Наручник мечей. Так, дрожащий луч. Метраж. Кража крови. Окей. Я не понял, так, подожди, снаряжение. Ой, скорости, да, это кажется, мы подобрали. Не вижу разницы. Почему у меня минус один урон? Где еще? У меня было 41. Да, падает она быстро. Тут я согласен. Рубин. Блин, я не знаю, на самом деле вот камни есть, да, но у меня даже кольца почти, можно сказать, я могу создать такие. Типа с рубином, но сопротивление огню и всему такому. Но это почти не юзается никогда. Да. Уж.
Золото. Я хотя бы могу лекаться под водой. Так. Теперь возвращаемся обратно куда-то туда вниз. Я не помню, что там. Не, у меня типа есть ключ, окей. Но я не помню, от какой она двери. Охранник этот хороший. Ладно, так, дойду. Это, в принципе, все быстро делается. Ау. Блин, нужно не забывать на... Какой мне наносимый урон делают враги. Тешком. Так, сейчас получается чисто... Ага. А там прохода нет. Мне только через низ нужно идти, получается. Ага. Круто. Что делаем? Можно пройти там, где мы открывали мост. И вот там, видите, еще сундуки есть. Внизу. Мне к телепорту нужно идти какому-либо. Да нет, а бред, давайте я, короче, камень заюзаю. И все. Тарь. Это будет намного быстрее и легче. Нужно будет их купить немного. Чтобы были... Если не ошибаюсь, здесь покупаются камни. Куплю хотя бы еще штук. Три. Remember... Помни, полагаться на сколько ее нельзя купить. What are you looking to buy? А, ясно. Is this... Thank you. Thank you. Почему только максимум это 9? Какого черта? Объясните. Какого черта только 9? Блин, главное, чтобы я не сдох по пути. Да, видите, мне, типа, тем хорош, что у него дальность хорошая, типа, пф. Он довольно хороший, сам по себе. Так, я не помню, точно сюда мне? Так. А, я наверх не попаду, потому что там, типа, полета нужно, либо что-то типа того, да. Что сюда? Сейчас посмотрю. По идее, там мне нужно типа полет или по что-то типа того. Ой, нахер надо. Что здесь? Да, полет нужен. Значит, ключ не сюда. Ключ, 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 ключ. Получается, давайте сюда. Я схожу как раз еще за тем дальним сундуком. А это, что мне тут мешает забрать сундук? Вода. Получается, да. Ни хрена, можно по 3 удара сразу наносить. Плюс 20 тысяч. Ну, 2 тысячи. 2. Плюс 2. Мне кажется, здесь быстрее она передвигается этими. Подкатами. Что? Чё за имба? Это имбаланс.
по 56 наношу уже. Почему я сюда не пошел? А, точно. Пройти сквозь эти. Понял. Сейчас конечку грохнем. Хотя ладно. Осколки. Где он там? Так, это можем, в принципе, уже убрать. Сразу еще лучше. Блять. Осколки. О. Аймур. Я получил какой-то предмет. Наряжение. Это меч. Вон, я его увидел. Аймур. Дубина, которая когда-то убила злобного морского божества, эффективно под водой. Ух ты, а ну-ка, гудчик. А мы сейчас проэкспериментируем, так сказать. Что новенькое? Против рубящих атак. Повышает сопротивление с рубящим атакам. Я подумал, это я магию заюзал на мече. Да, там этот глазик. Ладно, снаряжение. Где там мой любимый меч? Летающий меч. Он быстрее с этим эффектом. На этот похож. Забыл, ладно. Помню, скажу. Рыба-меч. Снаряжение. А, огромный деревянный меч, названный в честь рыбы. В принципе, ясно. Кольцо мошенника. Кольцо мошенника. Кольцо, от которого чаще выпадают предметы. Ну, плюс удача на 4. В принципе, туда. Так. Осколки. Я думаю, это можно тоже убрать. Блин, я не знаю, ну, в принципе, если босс, то он лучше ставит злого мудрости. Водяной прыгун позволяет демону амфибию и отправлять его во врага. Такое. Дрожащий луч. Переход на next локацию, ничего себе. Здравствуйте. Что-то новенькое. Может, новые боссы? Новое еще что-то? Тайная волшебная лаборатория. Стоп, что? Это Доминики и Альфред? А, то есть я могу убирать. Чтобы... Окей, буду знать. Это ты предложила эксклюзив? Объяснись. Да, можно так делать, типа, знаете, фоточки. Да, я не пришла, хотя должна была, но и ты нарушил свое слово, когда устроил на меня ловушку. Я бы не позволил книге попасть в твои руки. И зачем она мне? Для мести, наверное. За родителей. Ты наслушался какой-то ерунды. Мирям. А? Нет, подожди.
Я не хотела, чтобы ты это видела. Значит, ловушка Альфреда была на тебе? Да. Вот почему я послала Ганцигу разобраться. Его сила не дает Альфреду телепортироваться. Я думал, он сможет сдержать Альфреда, пока мы занимаемся более важными делами. Звучит логично. А что с твоими родителями и местью? Не хочу, чтобы другие это все превратили так, что лучше расскажу сама. Мои родители были экзорцистами, как и я. Но при вторжении демонов 10 лет назад они погибли в бою. Так что у меня свои причины ненавидеть демонов и эту проклятую книгу. Мне так жаль. Ты должна быть всех нас ненавидишь. Ненависть ушла много лет назад. Теперь для меня важно одно заполучить Liber Location и делать так, чтобы никто никогда не использовал ее в злых целях. Ладно. Я тебе помогу. Спасибо. А я помогу тебе всем, чем смогу. Окей, 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 окей. Мани, 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 мани. О, там книг. Вау, вау, вау. Лошундра там было написано или как? Демон Лошундра, да? Вау, 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 ух ты ж, ё-моё. Хвост королевы. Снаряжение. Окей, значит, это что здесь? Нет, подожди, а что это тогда? Оружие? Ха-ха-ха-ха-ха. Странно. Значит, это предмет. Ну, блин, думаю, мы еще повстречаем их не один раз. Ай, блин, смысл? Демоны, хорошо, что новенькое. Против тьмы, повыше сопротивление тьме. Хорошо, телепорт. Давайте сразу телепортнусь домой. Сохранить, потому что не знаю, где здесь телепорт будет. ХП у меня не так уж много. Мне кажется, когда я получу способность полета, это будет вообще заебомба. Мне не нужно будет так мучиться. Что такое Томасик? Так, нужно будет еще демонов тогда грохнуть. А что мне по хилкам? Стоять. Снаряжение. Инвентарь. А, у меня все по максе, окей. Это хорошо. Так, и давай сразу туда сохранюсь. Чем мы можем сделать? Может даже... Типа еще, может даже босса найдем. Может даже босса найдем. Так, нам сюда. Там книги есть, которые можно прочесть. Мы это сейчас сделаем. Можем сразу пойти направо. Или вниз. Хорош, приятель. Так, их нахера не нужны здесь.
Ха. Стульчик? Присесть на стульчик хочешь? Ну, давай. Электрический стульчик. Прикиньте, он сейчас меня типа такой опустит, такой минус косарь хп. Да, хороший стул. Сейчас тему что грохнем. Хорошо. Так и нужно. Нам нужно просто еще два раза ее убить. Чтобы она не мешалась. Ладно, не буду тратить ману. О, плюс осколок. Нихера себе, найс. А, мастер кнута. Повышает урон от стов. Алмаз. Архивы. О, усиление Джибеля. У нас теперь много осколков. Теперь, когда дети хорошо обучены, мы начали так успешную серию экспериментов по привязу осколков. У девочки по имени Мириан, похоже, просто безграничный потенциал в отношении того, сколько осколков и какой величины она может починить. Если мы так решили, это верны. У нас наконец-то достаточно кристаллов для великого призыва демона. Это был долгий и трудный путь. Но мы скоро придем. Пройдем его до конца. Мой старый друг все еще возражает против ритуала. Но ради многого и пожертвовать нужно многим. Это базовый принцип алхимии. Окей. И да, босс. Так, а если у нас там босс, это значит, что мы делаем? Правильно, мы ставим осколочек стоять. Слово мудрости снижает потребительность. Чары стоят 0, сами подумайте, это довольно много. У меня теперь А пилот у меня в лазе светится, видели? Как выглядит классно. Это же я. Хрена. Далеко. Тюлька. Давай, быстро атаку. Так, тихо. Инвентарь. Не, давай ты там сам разберешься с ней. Тихо. Нет. Тихо. Инвентарь. Но я понимаю, что я сейчас ее уже почти убил. Давай, добивай ее. Ой-ой-ой.
Изи. И меня еще коснули. Она так встала и сдохла. Так, что я получил? А, теневой следопыт. Создаю теневого двойника. Да, у меня глаз светится. Минус то, что я потратил... Ох, бэ. Ну, две, три хилки даже. Инвентарь. Осколки, слава мудрости. Мастер меча. Да. Ну, как сказать, давайте, в принципе, тогда на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.